Друзья, всем привет. Возвращаюсь я с рыбалки. Ну, рыбалка не получилась, но что-нибудь интересное я всегда покажу вам. Только что вот один здесь, ужи такие вообще гигантские. Вот лежит один, рядом второй, а вот там третий. Они, ну, размерами с метр минимум. А, даже какой? Ну да, вот раз, вот два. А вот тот третий, которого я покажу или уже показал. Куда-то туда прополз. Вот здесь я его снимал тогда. Давайте сейчас с другой камеры покажу вам. А, ну да, раз, два. Тот третий уполз. Насколько можно удлиню камеру. Ну вот, смотрите, вон он. Вон он пошел. Уже потеплело довольно-таки хорошо. Ну, сейчас на солнце. А вон. Вон, смотрите, ну сейчас догоню их. Сколько здесь. Смотрите. Один. Ого, здесь сколько их. Один. Вон, смотрите, какие здоровые. Нифига себе. Шкуру вон посбрасывали. Вот еще остался. Такой чуть-чуть как черненький. Вот это здесь ужинное гнездо. Такую толпу увидишь, страшновато самому. Напишите там в комментарии, как вам наши ейские морские ужи. Свора. О, здесь он еще, смотрите. Только и слышно пошуршали. Блин, он прошел. А вот смотрите, здесь еще два пробежал. Они жирные, просто капец. Вон поползли, вон, вон. Все в камыши убежали. Вот этот тоже интересный такой. Довольно-таки упитанный. Или чава так лежит, не боится. Там еще на камышах видно лежат. Солнечные ванные процедуры. Иногда расцветки такие красивые. Вон даже пополз, вон пополз. Вон лежит такие, они какие-то аж черные. Там пополз, вон, о, вот они здесь. Вон пополз, вон лежит. Смотрите.
Иногда замечаешь, они даже задним ходом не хуже, чем передним ползают. Вот еще лежит здесь. Здоровый такой. Раз туда ушел. Вон еще. О, этот вообще гигантский. Вон, смотрите какой. Часть попряталась в камыш, часть пошла купаться. Так, с этими ужами я буду сюда долго выходить. Ой. И здесь целые кланы их. Вон маленький такой лежит. Думаю, показал вам нормально ейских рептилий. Вон, только отсюда уходил, опять сюда вон хвосты убегают. Вон пополз. Там два поползли. У них райское место. Ладно, иду дальше. Они лежат так интересно кучей, перепутаются.
мне наверх сюда. Опа. Опа. Крутой такой подъем. Давайте так сверху еще покажу лиман. Вон он есть пошел. Все, еду домой, парад посмотреть. Все, добрался я до дома. Вон Чакин здесь. Кто-то у меня спрашивал, что у нас за виноград. Ну вот это монарх. И там у нас еще зли душа монарх. Это у нас это... Кишмыш черный. Это Молдова. Кишмыш тоже зеленый должен быть. Ну что-то его еще не видели. А это Преображение. Это киви растет. Ничего я не укрывал. Виноград вообще никогда не укрывал. Как-то пробовал гранат укрыть. Но он наоборот там запрел. Ни гранат, ни киви, ни хурму, ни виноград, ничего мы не укрывали. Киви он как растет. Это женский, это мужской, кто не видел. Вон, выйди отсюда, Тяг. Вон, какие стебли уже дал. 50 сантиметров. Такие мохнатые. Веревку какую-нибудь подвязать. Вот наш гранат. Как-то он тогда, когда я его первый раз укрыл, там внизу, наверное, видно отростки. Но это он заново отрос все. Вон уже скоро будут цветы цвести. Вон сколько много на одной ветке. 1, 2, 3, 4, 5. И вот так все ветки вон в этих. В цветках будут. По идее, он должен сам себя опылять. На нем и мужские, и женские. Но гранатов мы пока не видали. Персик, посол мира. Сорт. Помидоры цветут. Это хурма. Это жемчужина Сванетти. О, уже ягоды какие зеленые. И цветет еще ежевика довольно хорошо. Молодые побеги пошли, тоже будут тут цвести. Так, ну здесь у нас кабаки. Это хурма. Хурма уже, он тоже скоро зацветет. Вот цветок ее. В этом году почему-то поменьше. Так, это крыжовник, но это первый его урожай. Тоже такие сантиметровые ягоды. Фундук, трапезунд.
Но орехи еще он такие мелкие, что их и не видно. Черешня, но попозже будет. Так, это у нас огурцы здесь пошли в рост. Фундук у нас такой в один ствол. Он уже какой толстый. Сантиметров 10-12. И чак здесь толстый. За зиму отъелся, да? На диване, да? Чекуня, иди сюда, чак. Инжир я пересаживал, пошел он в рост, он. Но еще мало. Так, уйди, хватит здесь скакать. Здесь горох у нас, тыква. Жимолость уже у нас спит. Уже показывал, по-моему. Кто-то смотрел, кто-то не смотрел, кто-то только подписался. Уже можно собирать эти. Ее так собирать чисто, поесть. Вот такая вот ягода. Ну, это мелкая какая-то. Начнет осыпаться уже. Не сказать, что ее чересчур много, но есть. На вот этом у нас два куста, чуть-чуть покрупнее ягоды такие, сантиметр до полутора, разрослась. Это тоже у нас монарх. Там виноград обрезал, как-то черенок сюда воткнул. Так он и прижился. Груши. Такие уже груши. Тоже инжир. Какой-то черный принц, что ли. Да, вот этот куст покрупнее, это жимолость. Такой вот размер ягод. Такой сладко, кислый вкус с кислинкой, такой приятный. Вкусная ягода. Это у нас эти огурцы. Здесь тоже груша. Но это что-то мало груш. Он и есть. Потом я, наверное, тоже уберу его сюда, инжир. Это кефир. Вон груша есть. Тоже она поздняя. До зимы едим. Так, ну это наша айва. Много пустоцвета. Где-то он здесь чувствуется уже. О, уже вот будет плод. Уже сама айва, да, вот уже. Не цветок, а или в цветке. Вон здесь будет плод. Это у нас первый урожай ее будет. Ну вот эти пустоцветы, они поотлетают все. Вон здесь тоже будет. Крендель свернулся какой-то.
Она такая должна быть грушевидная. Не круглая, а как груша форма. Ну, это петрушка, там свекла. Ой, морковка. Малина все еще цветет. Ну, ягоды уже завязались. Скоро будут ягоды. Помидоры нормально. Здесь один куст у нас завял. По-моему, здесь один. И вот там в конце два. То есть из 84. И то здесь мы по два, даже вон где-то в три воткнули, их рассадим. Или так пусть растут. Начинают уже цвести. Да, вот здесь раз, два завел. А это гранат крымский полосатый. А там хурма. Ну, она что-то с корня пошла расти. Ну, не с корня, а снизу почки дала. Это как ее? Бычье сердце. Ну, посмотрим, как вырастет. Где видел? А, ну да, вот помидоры уже цветут. Вот. Это у нас, по-моему, бычье сердце. Там китайские розы. А, китайские розовые, да. А здесь такие средненькие для консервации. Все, на этом все. Всем пока. Пишите комментарии. Чак пока говорит, да. Кузи не видно. А где Кузя? Там не спит на коробках. Кузя где-то лазит, все на гульках. Все, всех с Днем Победы. Ну, сегодня у нас 9 мая. Ролик-то будет позже. Все, всем пока. Ты заходи, если что.